Так, ребята, привет. Только что у меня закончился процесс гидрогенизации, то есть мой водород выделился. И сейчас я хочу вот налью этот стаканчик и померяю. Померяю. УВП. Какой потенциал нашей водички? Вчера купила ВП-метр. Включаю. Так. И ставим. Меряем. Я пока попью водички. Налила водородной, померяем. У меня есть еще капсулка магния водорода. Вот H2 премиум, магний водород, супероксидант. Если я еще буду с водичкой водородной, я думаю, эффект будет многократно. За 200 супер, супер. ОВП — это способность воды вступать в биохимическую реакцию. А биохимическая реакция у нас в одну секунду по 100 тысяч химических реакций происходит в клетке. 100 тысяч в секунду. И если минус показывает, что водичка является восстановителем, она отдает свои электроны. Значит, если она отдает, она является антиоксидантом, то есть восстановила какие-то радикалы. Они также стали полезными. Минус 216, супер. Какая чудная водичка. Но я включала сегодня высокий режим. Есть еще стандартный. Стандартный вчера мерила, было 170. Вот специально купила ВП-метр, вчера только получила. Минус 215, минус 216. Ну, достаточно. Ура! Супер, водородная вода, да, прекрасная, самый простой в употреблении и использовании антиоксидант. Меряю потенциал водопроводной воды. 208 плюс мертвая.